кстати, заметила, что в последнее время мне так очень неплохо поднимает настроение. Осознанно того, что даже по утрам я себя загружаю какими-то полезными и важными делами. Ну, например, сейчас я начала улучшать свой английский, и даже когда я чищу зубы теперь, я смотрю видео про английскую грамматику. Когда я еду в метро, я постоянно читаю книгу про дизайн, про макет, в общем, про оформление книг. И вот это вот осознание того, что я, ну, как-то постоянно что-то учу интересное, то, что мне может потом в будущем помочь и явно пригодится, меня это прямо так настроение поднимает, не знаю. И, видимо, сейчас, скоро, я попытаюсь себя отучить еще от того, чтобы музыку слушать в общественном транспорте и вместо этого скачивать какие-нибудь полезные аудиопрограммы, не знаю, про дизайн, про монтаж, про видео. В общем, буду максимально с пользой проводить свое время. Я сегодня делала весь день докторскую, я сегодня писала. Я с собой очень горжусь, потому что у меня на протяжении 2 месяцев была просто велотекущая прокрастинация, я никак не могла себя заставить хоть что-нибудь написать. Знаете, когда вот у тебя есть работа, которая на тебя давит, но которую не нужно срочно сдавать и за которую тебя никто не наругает, потому что в моем случае докторантура у меня полностью никем не контролируемая. Я могу свои работы сдавать, ну, в смысле, свою диссертацию презентовать, когда хочу, и у меня есть 3 года на то, чтобы написать свою докторскую работу. Поэтому, поскольку я работаю, ну, в смысле, на обычной работе, у меня есть очень много отговорок по поводу того, что я устала, что мне нужно делать, не знаю, макет этот, макет тот, мне нужно делать очень много монтажа для видео, ну и, в общем, тому подобное. И, в общем, сегодня я поняла, что нет, дальше так дело не пойдет. В докторантуру я навряд ли смогу попасть еще раз. И просто нужно, знаете, иногда себя, вот в моем случае очень помогает основательно запугать, что вот или сейчас, или потом нет, потом больше никогда ты не попадешь ни в докторантуру, ты не станешь французским доктором наук, и просто все пойдет в никуда. Поэтому, в общем, я сегодня работала над своими тезисами, сидела их писала и опять же убедилась еще раз в который раз в обычной избитой истине, что практика просто вот такая вот монотонная практика, даже по 10-15 минут в день, чего бы то ни было, неважно, язык ты учишь, либо пишешь ты свою статью, либо пишешь ты свою диссертацию или курсовую, вот. Делаешь ты это на такой долгоиграющей, постоянной основе, и тебе не нужно потом тратить эти вот часы, полчаса на то, чтобы вернуться к твоему сюжету, вспомнить, на чем ты остановился, и просто кучу времени тратить, как было у меня сегодня, вспоминая, что же я хотела сказать своей последней главой, почему я остановилась здесь, почему у меня нету сносок и тому подобное. В общем, теперь, когда я
сделала вот какую-то часть своей докторской работы, я отправила ее сегодня своему научному руководителю. Я очень боялась это сделать, знаете, потому что вот когда ты выпадаешь из контакта с человеком, с профессором, тебе очень страшно ему писать. Ну, по крайней мере, мне очень было страшно писать, потому что я думала, вот, а не начнет ли она на меня ругаться, и вообще как это будет, то, что я уже так давно я не писала, месяца два, наверное, никаких не давала результатов, ничего. На самом деле все хорошо обошлось, я сейчас только что прочитала ее мейл, она мне очень быстро ответила, представляете, человек мне ответил в воскресенье. Французские доктора, у нее, кстати, несколько орденов французского легиона, к слову говоря. Вот, она мне написала, что да, все, ну, более-менее нормально, но на самом деле у меня есть очень много проблем, связанных с mise en forme, сейчас. В общем, это когда, ну, у вас, знаете, оформление текста хромает, у меня хромает, да, дизайнер, я книги я делаю для оркестра, и у меня очень хромает оформление текста. На самом деле, потому что я сейчас пишу в Word, это никуда не годится для научной работы, и, в общем, чтобы мне написать свою докторскую нормально, мне нужно будет освоить новую программу, которая зовется LaTeX, и, в общем, мне нужно будет кодить. Мне нужно будет осваивать программирование немного, чтобы у меня были все сноски и весь текст, в общем, такой упорядоченный. Ну, либо если я эту программу не освою, буду в InDesign добивать свой текст. В общем, мне ответили, меня не наругали, все хорошо. И теперь у меня точно нет никакого желания опять прокрастинировать, опять думать, что вот, я это смогу сделать потом. Нет, я примерно поняла для себя, что хотя бы раз в две, в три недели буду отсылать какие-то результаты, хоть понемногу написать. Просто я сейчас запомнила, на чем я остановилась, на чем я закончила свою последнюю главу. Я буду ее добивать, я буду писать. Такие вот дела. Пойду я что-нибудь делать еще раз полезного.